Ах, мой Мишечка! Ах, мои лучики, хорошенькие, уже большие! В своих дневниках отец писал: «Я вырос среди слез. Мне и сегодня кажется, что глаза мои видели только слезы, а уши слышали только плач. Я видел и слышал их в каждой хате. Плакали бабы, оставшиеся вдовами после войны. Плакали дети, ставшие сиротами. Плакали родители, потерявшие детей. В Федюках не было дома без сирот». «Благословляется и освящается крестное знамение сие, благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сие священные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Смотри и запоминай. Мы с тобой свидетели. Отцовский дом осиротел в январе 46-го года, когда был убит его отец Николай и умерли два младших брата. Для своей мамы, Марии Семеновны, он стал единственной опорой и надеждой. Совсем еще молодая женщина, она посвятила себя воспитанию сына и работе в колхозе. В те послевоенные годы жить в деревне было нелегко. Тяжко приходилось матери. Работала в колхозе свиновою, она была передовая. Посылали даже на съезд в Москву матеру. Ну, треба было учить сына, бо сын один. Хороший хлопец, и он приедет, и поговорит, и работяжки, и коровы пасвил. Корову ж пасвил. В эту ночь я увидел себя, маленького Иваньку, из далекого военного детства.
фильме Михаила Птушука «Возьму твою боль», который вышел на экраны в 1980 году и был отмечен Государственной премией БССР, как писала критика того времени, ему лучше всего удались сцены детских воспоминаний главного героя, в которых, безусловно, нашла отражение и собственная судьба режиссера. И он скромный мальчик был, спокойный. Мы на его даже бывали обзывались. Он рыженький был такой, понимаете? Вот сидел он посередине, Надя, вот фамилию забыла, Свидяковина. И я, Горбаш, зим сидели. Мы троих на одной парте сидели. Ой, и он высокий был, такой мощный, такой хлопец. Ну вы думали, что он режиссером станет? Никогда. Вы что, в деревне? Я сама ж не учёна. Михаил первый ушел из деревни, поехал учиться. Родня не могла ему этого простить. А главное, не верила, что их Мишка действительно учится в Москве, а не бродяжничает где-то по России. В деревне говорили, что и не учится. Кто в Москву взял учиться? От кого? От батька. И в Москву взял учиться его. Когда есть адрес, нет. Давай напишу, да. Да, то уже до директора, то пусть лет приходит письмо. От Захара. А он от меня не написал, что не волнуйтесь, что парни хорошие у нас учатся. С дорогой Минск-Москва у Михаила Пташука много связано. В Москве он учился. Потом работал в Государственном цыганском театре «Ромен». Здесь заканчивал высшие курсы сценаристов и режиссеров у знаменитого Георгия Данелли. Сюда из Астрахани привез молодую жену. Здесь родилась дочь Анжела. Поэтому он так часто любил повторять: «Беларусь моя родная мать, а Россия крестная». Я помню, как отец вспоминал свой первый экзамен по режиссуре при поступлении в Щукинское училище. Нужно было написать работу на тему «Мое первое впечатление от Москвы». Все писали о том, какой это замечательный и красивый город. А он написал, как голодные люди со всей России ехали с мешками за хлебом в Москву. Как он шел по Красной площади и под бой курантов, видел людей, стоящих в длинных очередях за хлебом. После прочтения этой работы Борис Захава, ректор училища и руководитель курса, вызвал отца к себе в кабинет и сказал: «Пташук, вы зачислены». Он был такой большой и шумный, такой радостный и как-то этим из всех выделяющийся, что, естественно, я его тогда отметил как самого большого такого человека. Вот какой-то ходит, все время хохочет, анекдоты, ну, ходит какой-то белорус. Вот. Прошли годы, мы окончили Щукинское, он пропал, я, так сказать, занялся делом моим, он где-то что-то делал. И потом вдруг стал доходить из Белоруссии, что Пташук Михаил сделал один удачный фильм, еще один. А ну, сукины дети! Тосел, выходи! Выходи, говорю! О, живой вроде. Куда ж ты в деревню попер? У тебя мозги есть! И он притянул меня к себе, что я благодаря ему как-то обосновался на Беларусь-фильме. Миша такой спонтанный, очень открытый темперамент, который захватывал собой эмоционально пространство площадки, существовал всегда в такой спонтанной, интуитивной динамике. Рискованно ты ездишь. А я тебя, гада, угробить хочу. За что же ты меня угробить хочешь? За что? А ты не знаешь, за что. Бога в душе почувствовал. Святым стал, Библию читаешь, да? А тогда у тебя у фашистской морды был Бог? Тогда ты в мою мать и сестренку малую стрелял, был, а? Не стрелял я в них. Не стрелял, не было меня там. Ага, не было. Ну да. Ты думал, никто не видел, никто не знает, все же это крыто. А свидетель-то остался, это я. Я был под печью, когда ты стрелял туда из автомата, ты хотел меня убить. А я, как видишь, жив. Куда?
это моя школа. Вот здесь я в 1956 году, в середине 20 века, вступил на эти ступеньки. И меня провели в школу. И меня провела мама. Вот здесь я всегда ставил велосипед, когда я из деревни приезжал. Вот здесь мой был велосипед. Я вот здесь гвоздем к этой стенке велосипед, чтобы не украли, думал. И я его вешал на гвоздь. Вот здесь был мой восьмой класс. Вот в этого окна я сидел в восьмом классе. Значит, беда была в чем. Я мечтал в восьмом классе. Мне так не хотелось учиться, я мечтал о чем? Господи, пошли мне стать мухой. Улететь, чтобы. И чтобы улететь через форточку. С уроком. А вот здесь, так, слышишь, клуб железнодорожников. Я здесь впервые в жизни дебютировал как певец. Потом здесь был замечательный руководитель театрального коллектива. Виктор Иванович Соколов. Виктор Сергеевич Соколов. Помню, кстати. Да, и Виктор Сергеевич Соколов меня позвал в драматический кружок. Да. Это был 9-10 класс, я у него играл в драматическом коллективе. Играл все главные роли. Он мне говорит, все, ты должен быть артистом. Артист. Я говорю, хочу быть режиссером. Когда шел Миша по школе, это шел Миша. Этот яркий человек. Вот он своей фигурой, вот своей, вот цветом он выделялся. Это шел Миша. Это шел театрал по школе. Понимаете? Настолько вот его все знали, любили. Театрал. Много помотавшись по миру и много повидав, как-то всегда проезжаешь мимо дома. Так сказать, дома всегда заездом. И вроде так считают, ну вот едешь там из Берлина, ну, в Барановичах остановишься, вы сядешь на электричку, то есть на дизель, приедешь в деревню к себе, к матери. Вот. И всегда как-то вот так ты проездом мимо своего дома. Практически каждый раз, приступая к той или другой постановке, если есть там, допустим, место, деревенская улица, такой объект, или, допустим, есть деревенская изба, то я все беру со своей хаты. Вот как моя хата была в доме, и я художник мне рисует своего рода, нет, так не пойдет, надо делать вот так. Почему? Потому что в моей памяти и в моем сознании эти уголочки прожиты, обжиты. Набрано руки, ноги. Хватит уже сдыматься. Что сдымать? Вот, бабуля. На что ты меня все снимаешь? Как память была. Ой, да, память. Я играла то, что... Кем была моя мама? Мама была партизанкой. Она партизанила в белорусских лесах. И я думаю, что Миша Пташук, кто-то ему, вероятно, рассказал об этом. Но дело не в том, что это о моей маме, а дело в том, что это может быть и о его маме. А может быть, он снял такой собирательный образ обо всех белорусских женщин в годах войны. Обо мне никому ни слова. Нет меня, на фронте я. Понял? Угу. Услышишь, мам, плохое, молчи. Добрые люди разберутся, а гадам мы заткнем рот. Понял? Понял. Ну ты ж у меня умница. И так душа болела в последнее время, безумно.
За эти полгода, что не было мамы, и вот я посетил. Мне стало легче. Эти вот, это все делал я, это все ставил. Это вешал я в дворе. Вот, дай Бог, чтобы все было хорошо. Дай Бог. Все. Дай Бог. Я не видел ни у кого такого трепетного отношения к матери, как вот у Миши. При том, что мать была у него простая, деревенская женщина. Он даже съемки фильмов назначал, если была возможность, в Брестской области, чтобы быть поближе к матери. Он ее забирал на зиму, он ее водил по всем врачам. Он все время говорил: мама, мама, вот мама. И помню, для него была драма, когда мать умерла, и он часто повторял вот эти слова: теперь я сирота, у меня нет мамы. Маму любил, как своих любил, и дочку. И хотя у него не все гладко было, и в семье не все гладко, потому что, знаете, да, чести много, а денег мало. И все говорили: о, Пташук, Пташук, да, там преподает, там и снимает, все. А денег не было, он поэтому. А семья требует, там это самое, дочка растет, там и все такое, да еще характерные все такие. Михаил Николаевич часто говорил о том, что его по судьбе вела чья-то крепкая и любящая рука. Она привела его в профессию, она свела с будущей женой. «Сегодня познакомился с Лилей», – писал он в своем дневнике. «Море обаяния, непосредственности и чистоты. Мастер спорта по художественной гимнастике. Окончила музыкальную школу, пишет песни. Печатается с театральными рецензиями в местной прессе. Ей всего 15 лет, а она уже ненавидит всех представителей противоположного пола из-за повышенного внимания к себе. Но я сразу понял, что это моя судьба». Взял ее за руку и сказал: «Девушка, вы не должны от меня уходить». Он ждал несколько лет, чтобы назвать ее своей женой. Такой хозяйки вообще я не знаю. Блюдо за блюдом, гостеприимство. И когда она убегала, то Михаил мне говорил: «Она, все она здесь, все она. И вот она меня ко храму приводит, она». Вот она, все она. Он относился к ней, конечно, с трепетом. И все время: вот Лилька там скажет, вот Лилька меня, значит, заругает, вот Лилька там это. Она руководила им своей властной рукой и волей, а он в семье, при том, что он повелевал съемочными площадками, повелевал в кадре дивизиями, а в семье им повелевала, конечно, Лилька. Он меня пригласил на «Черный замок» Ольшанский. Лиля Пташук пришла и сказала, что Миша с женщиной оператором работать не будет. Ему пришлось бороться. Этот момент, может быть, не совсем полностью, но он предвидел. У него был такой дар, что ли, когда он мне говорил, я его спрашиваю: ну хорошо, а как вот, когда вдруг тебя не будет? Ну а с домом-то что в деревне должно быть? А он мне сказал: там музей будет. На
Начиная каждый свой новый фильм, читая сценарий, Михаил Пташук прежде всего думал, кто в нем будет играть, через кого он расскажет то, о чем болит его душа, с кем он поделится, как с матерью, о чем будет картина. Он умел работать с актерами, любил их, и они отвечали ему взаимностью. Когда я его видел, у меня в глазах была Белоруссия. Он, как вот Анджи Паридзе в «Эрико» была «Мать Грузия», вот так он отец Белоруссия вот для меня был. Вот теперь уже как бы сложилось. Но я так и на него и смотрел. Он такой бульонный кубик белоруса. Приступая к съемкам фильма «Знак беды», режиссер понимал, найти главных героев – это равносильно найти свою судьбу. Он пересмотрел сотни актеров, сделал сотни кинопроб. Руководство студии Госкино Республики требовало, чтобы в картине, которая будет сниматься по повести Василя Быкова, участвовали только белорусские артисты. На него давили со всех сторон, но он был непреклонен. Надо продолжать поиск главных героев и не только в республике. Сейчас трудно вспомнить, как возникла кандидатура Нины Руслановой, но пробы с ней были просто блестящими. Миша выступил и сказал: «Я буду снимать только Нину Русланову. Только она может создать образ героической, простой белорусской женщины, олицетворение народа». Режиссеру с трудом удалось убедить в своей правоте художественный совет. И когда, казалось, все вопросы с женским образом были сняты, случилось непредвиденное. Когда мы ей позвонили, она сказала: «Я у вас сниматься не буду, не хочу. Съемочная группа вся находится в экспедиции, нет главной актрисы». Представляете, что это такое? То есть это была паника. Такой паники я не переживал больше никогда в жизни, ни до, ни после. Руслановой не понравилось, что Миша ей там что-то сказал. Она так фыркнула и ушла с площадки. Что, говорит, теперь делать? Говорит, она же, говорит, такая, говорит, возьмет и уедет. Я говорю: «Давай, бери. Зима была, ищи большой букет цветов, иди к ней в номер, становись на колени и проси прощения». Вот так они помирились. На роль Петрака тоже было много интересных кандидатов. Но Геннадий Гарбук, прочитав сценарий, так загорелся сыграть этот персонаж, что сумел в этом убедить и режиссера. «Вот вам дулю и хитер вашу... Не боюсь я вас. Гад вы, душегубы, душегубы! О! Мать его!» Миша был против него, мягко говоря, против него. Он не видел в Гене Петрака. А Гена... сел на голодную диету, то есть, короче говоря, он за 3 недели сделал из себя по-настоящему Петрака. И когда мы его все-таки пригласили, мы его одели, и мы все увидели: блин, так это же самый настоящий Петрок. «Я тебя прошу, не торопись. Сахара нет, хлеба нет, голод. И он в этот момент покупает скрипку. Ему неудобно подойти к ней. Признаться в этом. Не торопись. Давай еще раз. Ладно? Пошли». Сама обстановка рабочей площадки, она уже предполагала, что актеры будут существовать в абсолютно такой среде, приближенной вот к той истории, которая происходит в этой картине. Я считаю, это очень важно. Когда там не какая-то фанерная стенка, а за ней ничего нету. Нет, там все было настоящее, все обжитое, все искали эти все, весь реквизит по деревням настоящий. Это сразу приближает актера и всю группу, и меня, потому что там все время настоящие фактуры. В своих дневниках отец писал: «Знак беды» – фильм, в котором я особенно прикоснулся к струнам своей души. Это был 85-й год, началась перестройка. Василь Быков, как истинный художник, интуитивно предчувствуя перемены в стране, обратился к своим истокам, общим для всего нашего народа и для меня. «Мне хотелось снять картину об этих женщинах-крестьянках, о их молодости. Потому что судьба Степаниды – это судьба моей матери. Она так же, как и Степанида,
проводила коллективизацию, поднимала колхоз. Мне кажется, что судьба таких женщин, как Степанида, и не побоюсь сказать, судьба моей матери, в образе является судьбой всей нашей страны. Какая справедливость, тетка! У вас же мракобесие в головах! Отсталое представление какой-то не классовой справедливости, а мы класс! И должны руководствоваться единственно классовой справедливостью. Или с нами, или против. Миша не был идейный. Он идеологизировался в ту сторону, в какую ему было необходимо. То есть он меня уговаривал вступать в партию. Я ему сказал нет. То есть вот он был активный такой, партийный, он говорит, вот на тебя пришла разнарядка в партию. А я говорю, я не был в комсомоле, не был в партии, я принципиально, тем более в то время. Самым стрессовым за время съемок был, безусловно, день сожжения хутора. Чтобы снять эти сцены, приготовили 3 камеры, и 2 из них отказали в самый ответственный момент. Более того, взметнувшееся пламя чуть не достало до оператора с единственной исправной камерой, работавшего на кране. Мы с ним работали как бы очень хорошо, исключая этого последнего скандала. Но я понимаю, у режиссера, когда там горит декорация, и ее больше не будет, у него сорвались нервы. Но с другой стороны тоже, а при чем тут я, если это техника наша советская, которая... У Тарковского же тоже было на жертвоприношение. Это у Ньюквиста, да, полетела камера. Этот фильм вывез Михаила Птушука в Европу, где он до этого никогда не был. И первой страной, куда он приехал, была Югославия. Там проходил знаменитый кинематографический фест. Лучшие фильмы мира принимали участие в конкурсе. Лучшие режиссеры, актеры и продюсеры. Вручались только 3 главные премии. За лучший фильм, за лучшую женскую и мужскую роль. И все главные призы получил фильм «Знак беды». Но, несмотря на все международные награды, на родине картину закрыли. В ЦК партии Беларуси, а затем и в Москве, потребовали сократить жесткие сцены коллективизации. Пташук категорически отказался. Так нельзя! Это не по-человечески! Это не по-большевистски! Отойди! Это явный перегиб! Мы же сами себе вредим! Степанида! Что? Оказалось, все, о чем болела его душа, кричала память, было никому не нужным. Картину положили на полку. Это действительно был знак беды. А ну вас всех к черту. Делайте, как хотите. Только без меня. Без меня. Это жестокая картина. И не только она жестоко написана у Василия Быкова, она очень жестоко. Она натуралистически жестоко поставлена Пташуком. И в этом его заслуга. Он просто молодец. Это редчайший художник нашего времени. Но опала картины продолжалась недолго. Ее неожиданно увидели президент Горбачев и Раиса Максимовна. Им фильм очень понравился, и его судьба была решена положительно. Руководство его, с одной стороны, не любило. Угловатый, неподатливый, некомфортный, неудобный, хамовитый. Не такой интеллигент, прибантик, и слушаюсь, будет сделано. Относились к нему с большущим уважением. Я давно уже понял, что режиссер – это человек между властью и народом. Писал Михаил Пташук. Если хочешь служить и угождать власти, должен врать, лицемерить. Тогда будешь оценен, пригрет, на твои лацканы повесят ордена. Но художником в истинном понимании этого слова не станешь. Истинный художник идет терновым путем Христа. Примеров в истории мировой культуры много, но особенно много в нашей истории, начиная с 1917 года. Дальше я снял картину «Наш бронепояс». Картину тут же закрыли. И она год была запрещенной картиной. Это речь шла о первых
советских концлагерях. Будем так называть сегодня честно. Да, сложная политическая картина. Очень сложная политическая картина. Получив такой сценарий, замечательный сценарий, когда я прочитал сценарий, я был просто потрясен и взволнован этой историей. И Миша тоже был... вот это, наверное, та драматургия, которая его полностью, целиком захватила. Все его существо. Ты помнишь 5 марта 1953 года? Ты помнишь, падла, как ты безоружных людей расстреливал? Еще руку свою сует, поганую. Я глубоко был в материале. И Миша в какой-то момент даже заревновал меня к этому. И особенно вот когда неудачно складывалась с Петренко работа. И очень сложный этот эпизод снимался, очень сложно. Тут он сказал: не лезь, не лезь, не лезь, я сам, не лезь. Ну, не лезь, я говорю, ну, сам так сам. Решено было одним планом снять. Большой длинный кусок одним планом с проходом, чтобы Юра Елхов шел на плече с камерой, такой длинный-длинный кусок, очень сложный, одним куском. И мы решили так разгоняться потихонечку. Репетиции начали, и Петренко в полную силу гонит сцену гениально, просто гениально. Я за ним не успеваю, я не готов, я лопочу что-то, иду за ним, а он гениально просто. У меня глаза фантастически сыграл сцену. Миша говорит: снимай срочно. А я-то не готов еще. Я не готов. Я говорю: как же я не готов? Дайте репетицию. Не снимать. Гениально. С нашим народом по-хорошему нельзя. Это историей доказано. Его чем больше бить, 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 только ему же и лучше. Ему лучше. Это тебе не Австрия или немец. Там дисциплина, порядок. А наш Иван выпьет и обматерит, что хочешь. Я на празднике пьяного милиционера видел. Стоит и блюет. Разве раньше такое могло быть? Насчет дисциплины, это ты прав. Дисциплина у нас хромает. Только зачем нас сравнивать с разными там немцами? У них фашизм был, а мы их победили. Фильм «Наш бронепоезд» был и для меня, и для Михаила, я думаю, такой проверкой на качество. Я знал, что сценарий лежал уже довольно долго под запретом, и вот он решился его снимать. Я приехал в Минск, мы встретились, и он мне говорит: ты знаешь, Сашка, я не знаю, как этот эпизод делать. Вот тебе хороший номер, сиди и учи монолог. И сутки я не выходил из гостиницы. И за мной приехали прямо на студию, в гримерную. Ни с кем я не разговаривал. Зашел в павильон, все уже было готово, организовано. Это ведь 10 минут без остановки камеры. Это необыкновенный опыт. И за этот эпизод я получил потом довольно много наград за роль второго плана. Хороший ты парень, Коля. За что люблю русский народ? За душевность. Вот на этих душевных людях долго еще пахать будут. И много. Орать ура и давить друг друга на ходынке — для этого ума много не надо. Ну, 300 лет, правда, тоже это так вот не проходит. Зарабатываем вначале потом и кровью, а потом пропиваем. Характер свой широкий показываем, вольготный, душу свою раскрываем. Рубаху до пупа разорвать, другу морду по пьяному делу набить, а потом целоваться — вот это мы умеем. Кукурузу на Северном полюсе выращивать, чтоб все ахали, а потом наоборот, и так... Мичуринцы! Вся нация! Ну, не преувеличивай.
Перегибаешь малость, Юра. Не знаю, наверное. Давай выпьем. Брал звезд, да. Это наши актеры на него, в общем, белорусские, немножко обижались. Ну, я не знаю, почему это происходило, но у него остановка такая была. Направо, нет. Да. Что вам еще рассказать? Я школу не видно. Дальше. Я снимаю картину «Кооператив Политбюро». История нашей страны, где есть Сталин, Хрущев, Брежнев и Чапаев. Только это решается в жанре трагикомедии. То есть в жанре, когда артисты придумали себе такой кооператив, где играют всех наших исторических личностей. Эта картина у меня получила в Европе 5 призов. Yes, ma'am. Ой, а это кто ж такие? На него с Виссарионович похожи. Так он и есть, баб-то. А говори, я не померзший. Бабуля, мы снимаем кино. Ну ладно, пойдемте. Пошли, давай. А в наших местах он не бывал. Когда Женя Григорьев на кухне у Миши рассказывал вот эту историю, рассказывал ее, сценарий пересказывал историю, я лежал просто блёшку. До того это было трогательно и смешно. Просто смешно. И в конце концов финал трагический. Но вот сама история до безумия смешная. И когда я прочитал сценарий, я этого в нем не увидел. Он очень здорово провоцировал на импровизацию, Миша. Он умел это делать. Он, как, знаете, вот он как подзадоривал, знаете, так актера, вот то ли похвалой, то ли каким-то, что, ты не сделаешь вот тут, наверное. Ну, вот если бы так, ну, у тебя не получится это. А хоть вот и тут у тебя там что-то такое пробуждался, такой это самое, эгоизм такой, думаешь, как нельзя? Мне говорю, давай попробуем, что тут не сделаю? Попробую, может, и сделаю, откуда ты знаешь? В чем дело? Что происходит? Товарищ Сталин, видите, до чего довели страну? Со страной мы разберемся. Дай мне бутылку. Отец родной, от имени народа! Братья и сестры, соотечественники и современники, не прощайте нас, безумцев 20 века, вергнувших поколение людей в эту скотскую, беспросветную жизнь. Иосиф Виссарионович, я хозяин, я продюсер! Ни к одному фильму Пташук так не готовился, как к кооперативу Политбюро. Он завершал трилогию «Судьбе страны», «Знак беды», «Наш бронепоезд» и «Кооператив Политбюро». Три фильма и вся история страны. Три фильма и вся его жизнь. Миша тонко. Тонко, да вот, я не знаю, да вот черноты под ногтями, если она может быть, чувствовал время. Что бы ни говорили коллеги о моем режиссерском диктате, писал Михаил Пташук, но когда заканчиваются съемки, режиссер остается с материалом один на один. Это удивительное чувство. В эти минуты я прислушиваюсь только к себе. Я никому не верю. Мне не нужны ничьи советы, потому что никто, кроме меня, не знает, что я хочу сделать. На этом этапе, как нигде, необходим режиссеру характер, потому что советчиков много. У каждого свое ощущение материала фильма, а у тебя свой стиль. Плохой или хороший, но свой. Миша сомневался до последней секунды, правильно ли он делает. Он тащил всю группу смотреть. Не похвастаться, какой гениальный. А вот если кто-то где-то начинает
то ли спать, то ли беседу вести. Он чувствует, что сцена уходит не туда. Ему нужно, чтобы непрерывное внимание было на экран. Он проверял себя. Всемилостивая владычица моя, Пресвятая Госпожа, Всепречистая Дева, Богородица Мария, Мать Божия, несомненная и единственная моя надежда, не гнушайся мной, не отвергай меня, не остави меня. Заступись, попроси, услыши. Вижи, Госпожа, помози, прости, прости, Пречистая. Он повторял эту молитву часто, особенно часто, согласившись снимать фильм по роману Владимира Богомолова «Момент истины». Когда я перечитываю его дневники, этот август, ох, как он ему давался, там на каждой странице «Бог, Бог, Господи». Был такой случай, что даже перед образами дома на колени упал и просил: «Господи, в голос, не дай мне снимать эту картину, Господи!» Честно скажу, я не предполагал. Вот я уже говорю, что если бы я знал, что это адовая картина, если бы я знал, что он, если Бог дал бы такое видение, знать, что тебя ждет и что тебе предстоит пережить, я бы никогда на это не пошел бы. Товарищ капитан, ну-ка подойди сюда. Как вы смеете обгонять машину старшего по званию? Быстрее, солдаты, что вы топчетесь? Не всегда, надо сказать, жалеешь, когда заканчиваешь работу. А тут жалко, потому что очень хорошие люди, хороший коллектив, хорошая роль. Когда легко, то у меня ощущение, что я пользуюсь какими-то своими уже, ну, заготовками. То, что у меня получается, понимаете? А когда трудно, значит, что-то ищется новое и не поддается. Вот в Алехине мне было, надо сказать, в этой роли не очень легко. То, что полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли двое военных офицеров. Ты что, забыл, что ли, Борискин? Забыл, помнил! Тихо, тихо. Я очень благодарен Птушуку Михаилу Николаевичу, с которым мы были более чем в теплых отношениях. Для меня Михаил Николаевич действительно очень близкий и любимый человек, что он мне поверил в тот момент, актеру, у которого совершенно практически ничего не было за спиной, дал мне эту роль, с которой как бы все и началось. Позывные твоего передатчика. Как СТИ? АКО? Быстро! Что это для меня, это просто любимый герой 12 лет. Я бредил Таманцевым, когда я поступил в ВГИК. Я думал, что я закончу, буду снимать это каким-то способом. Вдруг состоялась как бы актерская работа, это произошло. Это очень много, это невозможно как бы объяснить, передать. Это даже не актерская работа, это, ну, некая мечта. Многими не раз отмечалось, что у Пташука была феноменальная интуиция как в выборе материала, так и в подборе актеров. Фильм в августе 44-го, как и предыдущие его работы, вызвал шквал откликов, главный смысл которых сводился к тому, что режиссер опять попал в ожидание зрителей. После почти 20-летнего перерыва на экран вернулась тема героического прошлого нашего народа в Великой Отечественной войне, но уже в более современной форме. Я всегда, когда вот на премьере или где-нибудь в кинотеатре, куда я прихожу, я всегда стараюсь понять, как вот первые минуты зрители воспринимают картину. Очень важно. То есть я что на этом проверяю, как режиссер? Практически на всех картинах. Вот камертон, тональность правильно выбрана в картине для начала, чтобы как-то вовлечь зрителя. Сюда входит и монтаж, и звук, и как снято. Вот этот камертон картины, с чего начинается это все. Есть момент захвата зрителя или нет? Я всегда считаю, что ударные сцены должны быть в начале. Вот в силу моего характера, моего темперамента. Еще не успев отойти от предыдущей работы, получив за нее несколько призов, режиссер был буквально атакован продюсерами различных телевизионных каналов России с заманчивыми предложениями. Но он заключил контракт с одной из голливудских студий. Возвращаюсь домой и запускаюсь на американскую картину. Чисто американская картина для американского проката. И про войну. И это будет картина о Беларуси.
для Америки, о наших хатынях, о наших концлагерях, о бедах людей наших. Вот пусть Америка увидит Беларусь, о которой она ничего не знает. Огонь! Когда я попал на начало работы над этой картиной, на Беларусьфильме происходил полный дурдом. Я зашел туда, и я думал, что, так сказать, происходит какое-то великое переселение народов, потому что студия гудела как улей. Приехали американцы снимать кино про, значит, про белорусское еврейское местечко, которое попадает в первый же день войны в вот эту вот кровавую всю мясорубку. Осмотреть все. Давай. Есть. Нет! Нет! Дедушка, пожалуйста, не умирай! Нет! Он был удивлен тем, что американские продюсеры были в восторге от его работы. Он так побаивался, потому что одно дело, там, допустим, Белоруссия, другое дело Голливуд. И он был удивлен даже, что они с таким восторгом приняли его работу и на площадке, и особенно потом в монтажно-тренировочном периоде. Несмотря на огромную загруженность, связанную со сдачей фильма и запуском новых американских проектов, режиссер неожиданно для многих бросает все и едет с небольшой творческой группой в Косово, чтобы поддержать православных сербов, находящихся там в изоляции. Там, на Косово, я его увидел совершенно другим. Он и туда прилетел, тоже шумный, такой, не понимая, куда он летит, где опасно просто быть русским вообще. А я был при камере, и все время почему-то я наблюдал за Михаилом. Все время мне было интересно глядеть за ним, за его внутренней работой, за глазами, за тем, как он присутствует в храме, как он подходит к иконе, как молитвенно подходит к иконе, как припадает к мощам преподобных. Как идет на елеопомазание. Последнее в жизни Михаила, это было в Дечинском монастыре. Эти глаза, когда он встал перед игуменом, и тот ему помазал лоб, он уже был с этим помазанием устремлен к Господу. Он был там. Я не знал, что ему осталось жить 2 месяца. Это было за полгода где-то. Мы были на свадьбе у друзей. И вот он сидит, так вот мы за столом с ним сидим, уже свадьба там в разгаре, все. А он вот так вот смотрит на меня и говорит: а я скоро умру. Я в слезах. 25 апреля 2002 года в Москве должно было состояться традиционное вручение кинематографических премий года «Ника». Фильм в августе 44-го был представлен в 6 номинациях. Михаил Пташук, прервав работу в Америке, специально на пару дней прилетел в Москву на эту церемонию. Миша очень спешил. Он очень спешил, он очень торопился. И, может быть, он то, что ему, так сказать, было определено Всевышним, может быть, он выполнил эту программу. Ведь когда человек уже готов для вечности, он ни минуты здесь не проведет в жизни. Из милицейского протокола. 24 апреля в 21 час 30 минут белая Митсубиси выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с «Газелью», в результате чего водитель Митсубиси, менеджер кинокомпании М. Горина и ее пассажир, режиссер из Беларуси М. Пташук, погибли на месте. Установить причину ДТП вследствие смерти потерпевших не представляется возможным. Дорогие друзья, у меня есть для вас грустное сообщение. Хочу сказать, что замечательный звукорежиссер Игорь Майоров работал на картине замечательной тоже в августе 44-го года. И буквально вчера трагически погиб режиссер-постановщик этого фильма Михаил Пташук, народный артист Белоруссии. Я прошу почтить память вставанием.
почему он, так сказать, должен был уйти из жизни тогда, когда он делал шаг за шагом все выше и выше, когда у него все ладилось, когда он стал лучшим белорусским режиссером, когда у него были прекрасные отношения с президентом. Если бы, вот, не так сказать, не этот момент, может быть, вот, я уверена, что он бы и «Оскар» имел. В это логово бесовщины голливудское Господь его не пустил. Взлетел и улетел куда-то в небеса. Всякий раз, вспоминал отец, поднимаясь на сцену у себя на родине или за границей, он видел свой дом в деревне, чувствовал его запах, видел каждую щербину на стене, прореху в крыше. И наш сад. Никогда он не мог освободиться от этого ощущения. И, возможно, там, за последней чертой, он увидел этот цветущий сад и свою маму. Что судьба нам, братцы, к ночи напророчит, станет улыбаться или не захочет. Мы поставим свечи, мы грустить не станем. Выползет или нечет, завтра же узнаем.